акции «Единые низкие цены» работает. В этом убедилась жительница Химок, многодетная мать Оксана Ницкевич. У нее четверо сыновей, и, занимаясь заготовками на зиму, Оксана понимает, чтобы угодить своим пятерым любимым мужчинам, продуктов ей нужно много и самого лучшего качества. А приемлемая цена – еще один плюс к покупке. В этом году в Химках появились магазины, удовлетворяющие все требования Оксаны. По ее словам, акция «Единые низкие цены» в период подготовки к зиме очень выручает. Это, в общем-то, большое подспорье для моей семьи купить овощи вот по невысокой цене. И овощи очень хорошего качества. Я просто поражена сегодня, вот какие вообще замечательные можно выбрать для своих заготовок овощи, те, которые мне нужны. Возможность пополнить свои запасы по самой низкой стоимости у химчан была до 18 сентября включительно. У акции «Единые низкие цены» есть приятная особенность – еженедельное снижение цен на овощи и фрукты. Проходит мониторинг. Мониторятся в городском округе, в том числе сетевые магазины, другие предприятия. И на основании практически самых низких цен выставляется или меняется наша цена тоже. Продукты, участвующие в акции, еще ни разу не подвели Оксану Ницкевич. Поэтому и готовит она с удовольствием. Порадовать свою семью и уложиться в небольшой бюджет – хитрость для хозяйки, которая точно знает, где покупать вкусные и недорогие овощи и фрукты.